Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня начинается влог. Влог у нас сегодня будет подготовительный к Кирюшиному дню рождения. Да, завтра у него день рождения, 24-го. А мы сейчас едем на закупку, вечером приедут родители. Сегодня у меня готовка, уборка. Ну, не знаю, уборка, наверное, будет, когда Кирилл будет спать. Вот, короче, дел очень-очень много. И надо как бы все-таки все успеть, все сделать. Так что мы поехали все вместе, будущий именинник. Поехали? Поехали. Он у меня, кстати, мы ему сказали, что дед с бабой приехал. Приедет, вернее. Это вынос мозга. Правда, вынос мозга. Ребята, ждем деда. Прям уже, это уже прям с самого утра. Нажимай на кнопочку. Короче, отвлекающие маневры у нас срабатывают. Папа нас ждет. Мы поехали. Поехали? Кирюшка, мы поехали. Вы с нами. У нас прямое включение. Мы сейчас на заправке. Прям сегодня что-то, слава богу, быстро все. Уже съездили на рынок, съездили в Лаванду, в наш здесь местный, да, магазин. Как на удивление, народу было очень мало. Я говорю, батюшки, что-то народу у вас нет. Обычно там прям толпа народу. Причем такая, что чуть ли не... На улице стоят. Она говорит, утро еще, говорит, никто не проснулся. Я говорю, знаю, когда к вам ходить. Сейчас позвонила нашему парикмахеру, которого Антон стрижется. Поедем стричься. Кирюш, поедем стричься? Нет. Единственное, что он не хочет. С папой вместе. И Антона надо, и его надо. Так что, не знаю. Надеюсь, что капризничать не будет. Все равно, как ни крути, надо. Вот, а потом еще надо в Пятерочку, в красно-белое. Короче, у нас сегодня закупка по полному. Вот, и приедем, уже надо будет и Кирюху укладывать. Короче, девочки, дел уйма, время куда-то бежит. Что ты вредничаешь? Ну, что-то прям вредничаешь, целое утро. Капризулькин он у нас сегодня. Такой серьезный, ой, ты серьезный какой, боже мой. Кап-кап. Ты что такой серьезный, Кирюшка? Ты чего? Ну улыбнись, ладно, тебя пострижет, будешь красивый. Все, включай машинку. Сам включишь? Давай. Нажимай на кнопочку. Нажимай на кнопочку, вот сюда, и начнем стричься. Вот на эту кнопочку, вот на эту. Все, начинаем? Давай. Красивый будешь. Слушай, а как следит. Кирюш, все хорошо, сынок? Все хорошо? А потом папу подстрижу, да, тетя? Да. Дед Мороз приходил на Новый год? Да. Да? А что подарил он тебе? Подарков много, наверное, да? Что тебе Дед Мороз подарил, сынок? Машину, скажи. Дал Деда Мороза? Да. Вот смотри, в зеркало смотри. Прямо надо смотреть, чтобы тетя тебя постригла хорошо. В сад пойдешь? В сад. В сад, да, потом пойдешь. В выходной в садике. Готов. Папе на очередь. Пойдем сюда. Кирюш. Все, смотри, какой красивый. Смотри, какой красивый, Кирюш. Смотри, красивый какой. Папа, нет. Папа некрасивый, да? Нет. Вот ты красивый, да? Ты красивый, да. Сейчас, подожди. Подожди, не бросай. Подними голову. Подними шейку, дай шейку, дай тете. Вот, отдыхай. Отдыхай, я тебя тряхну просто. Отдохни. Вот как дома на диване. Давай. И тут теперь.
Все? Забирай. Оп. Все, сейчас папа. Сейчас папа сядет. Мы уже дома. Антон тут уже разбирает покупки. Кирюха шариком побежал. Здесь яйца 4 десятка купила. А тут такой, я разбираю. Да, Зай? Разбираешь? Ну, здесь больше вон пакет порвался с картошкой. Короче, уже не имеется нам все разобрать. Корейскую опять буду делать лаваш. Здесь на мясо по-французски. Салаты это Кирюхи-вкусняхи. Я взяла цукаты. Колбасы разных видов. Вон. Что там еще? Это на салат свежий нарежу завтра. Кирилл любит. Это тоже перец взяла. По 189, кстати, у нас сейчас такой перец. Такие два куска сыра. Это чисто на салаты. Папе, как всегда, селедочный буду делать. Он его любит. Селедки 3 штуки взяла. Хотела 2, но взяла 3. И девочки на нарезку на стол уже вот такой взяла сыр. Этот ореховый. С кусочками орехов. Все, девочки, сейчас это все разберу. Здесь чисто овощи. Лук, морковка. И это картошка. Еще вот здесь пакет мы не разобрали. Думаю же, ой, фокус где? Где фокус? Ну, рис, макароны я взяла, да, уже туда наверх. Это в пятерке мы были. Алкоголь уже вынесли на этот, на балкон. Короче, все, бегом-бегом, потому что время час, мне надо Кирюху укладывать. Поэтому, девочки, обзор вот такой быстренький. Без цен. Девочки, у нас уже 5 часов вечера, я вам ничего не снимаю, потому что, не знаю, что-то так все быстро сами делали, и как-то что-то я вообще про камеру забыла, да, что снимать надо. Ну, в принципе, особо такого, масштабного ничего не делали, ну, в плане того, что мальчики у меня убрались, Кирюшка поспал сначала, они у меня убирались, я готовила кушать, уже разобрала селедку, сейчас режу оливье, что-то мы так давно не ели оливье, вот, и поэтому я решила, сделаю оливье, еще у меня на сегодня будет один салат, который с слоями, но у меня нету огурцов соленых. Мама привезет банку домашних огурцов, вот я его сделаю. Для него мне нужна была говядина, говядины мне нет, у меня была конина. Я ее отварила. Я его, знаете, раньше никогда не пробовала. Но просто у нас на работе у сотрудницы было день рождения, она его принесла, очень мне понравился. Я у нее спросила рецепт, в принципе, простой. Там слоями, сейчас вам расскажу. Я даже записала. Так, сейчас я вам расскажу. Слоями конина выкладываешь, немножко майонеза, лук. Нужно сначала, она мне говорила, ошпарить кипятком, потом замариновать. Сверху картофель, сыр, соленый огурец натереть на терке и яйцо сверху. Все, естественно, майонезом. Очень вкусно, но у нее даже он был не с говядиной, а с сердечками. И тоже был вкусный. Вот, я подумала, почему бы нет, почему бы не сделать что-то новенькое. И особо мне на него покупать ничего не надо было, кроме сыра. Вот, так что, почему бы нет, да? Вот, тем более яйца тоже сегодня покупали. А родители уже едут, я так думаю, что где-то через часик вот так где-то они будут. Кирюхе пока не говорим, ну, когда он знает, да, но вот он проснулся, не вспоминал, и мы молчим, как говорится. Вот, так что вот такие вот у нас делишки. Пока что больше никаких новостей. А, кстати, да, что-то забыла сказать. Заказала я шарики, привезут их нам завтра. Мама сделала торт. Ну, не сама сделала, заказывала торт. Там у нее рядышком женщина сама делает, печет торты. Просто здесь, у кого заказать, я не знаю. Как бы, знаете, проверенных нету. А мама говорит, Юля, очень вкусно. Какая, мне, в принципе, никакой разницы. Тем более, если мама пробовала, мама знает. Я говорю, ну, закажи. Вот она мне прислала уже фотографию. Вышло 1200 я отдала, вышло 2 килограмма 236, по-моему, грамм, если не ошибаюсь. Ну, такой классненький, я вам покажу. Не знаю, если не забуду, то сегодня, а то, может, и в день рождения... Нет, наверное, в день рождения покажу. Вот. И она мне ее данные дала, я сразу денежку скинула. За такую сумму, это столько по весу, я бы здесь точно не купила. Так что вот такие вот делишки, девочки. Готовимся полным ходом. Вот. Так что и ждем родителей.
Кого ждем-то? Ждем. Кого ждем? Упал. Упал? Да. Дечки, видите, какой фингал? Это он так у нас мультики посмотрел, повернулся и упал прям на ровном месте. Да? На день рождения себе украшение сделал. У нас тут шарики уже. А что с синим случилось, сынуль? Лопнул. Ку-ку, когда сбрядался за шарик. Ку-ку. Ой, гости дорогие! Баба! Даже со стульями. Отходи. Привет! Шарик желтый. Давай папу запустим. О, холодный. Не бойся. Холодные стулья. Иди сюда. Иди, не бойся. Испугался. Шарик бубу. Другой надуем, иди. Надуем, иди. Иди, Кирюшка, сюда. Иди, смотри, что баба там тебе привезла. Смотри. Мимимишки. Раскраски. Раскраски. Юля, это надо на балкон. Сейчас держи, унесу. Хорошо, держи снизу. Хорошо. Так, гости дорогие. Ура, приехали. Ура! Приехали баба с дедом? Да. Всем здрасте, да? На тортик вам сейчас. А у деда? Тортик. Ничего, мамки, наверное, там швабра, тряпка найдется. Да. Конечно. Да, найдется, да, у мамы? Ты мыл полы, Кирилл? Так, что там у деда руки? Ого! Холодные. Ого! Ну-ка покажи маме. Антошка, на балкошку. Рисовать. Снизу, да. Сейчас все уберем. Грязное? Да. А зачем ты его покрасил? Поцеловать ты, моя лялечка, сладкая. Я прижался, прижимай. Баба, ну, руки же, пальцы отмыли. А баба руками не трогай. Баба руками не трогай. Что там у тебя? Пластилин, баба. Ты лепил? Да. Пластилин. С папой? Какой красивый ты слепил. Иди сюда, мое солнышко такое. Ой, ты мое солнышко. Ой, такой ты такой большой. Сколько тебе лет? Сколько тебе годиков будет? Сколько тебе годиков будет? Сколько годиков? Будет годиков? Иди. Сколько тебе? Три? Да. Да ты че? А бабу поцеловать? Ты же баба подрос. Пошла баба раздеваться. Скажи, ты холодная. Иди. Холодная баба, раздевайся. Баба. Деда, ты сейчас научишь. Раздевайся. Баба. Ой, какую басуй. Мне уже... Завтра будет 3 годика, да? Да? Да. А давай посчитаем, сколько тебе годиков будет. Давай. Да. Вот смотри. 1, 2, 3. Как мы тебя поздравлять будем? Ура! Ура! А деда будет тебе так... 1, 2, 3. Нет. Нет. Нельзя меня замуж. Деда, скажи, все. Иди показывай деду ручки мыть. Че? Иди ручки деду показывай. А где ручки мыть? Иди покажи деду, где? Где руки мыть? Так, баба, что там валяется? Это мамина перчатка упала. Тут мыть можно, да? Да. Ух ты. Кирилл, иди сумку разбирай сам уже. Доставай, что там баба тебе привезла. Что там баба тебе привезла? О! Кран! Давай, деда будет держать. Положим сразу краску. Да. Там надо порядок навести. Да. Давай дальше. Кирилл. Выкинем, потом да. Выбросимся. Да. Я. Давай еще доставай. Еще давай доставай, что-то. Что-то. Нет, это нет. Вот. Подожди, вот. Дед, сейчас найду. Вот. Сколько? Много, да? А это что там? О, все. Яйцо.
А вон еще, что там? О! Вон. Что еще? Вон, вон. Что? Ням-ням. А еще вон там что-то. Складывай его к конфетам. Ну-ка проверяй, сын. А что, давай, ложи, ложи, ложи. А еще, что там вон? Иди смотри, мама кое-что видит. Ну-ка иди, мама покажет. Иди сюда. Вон, вон, вон. Положи. Смотри, вон. Что еще? О! Яйцо. Еще. Да. Считай теперь сколько. Два. Ага. Пха. О, все поняли все. Француз. Все, что ли, дед? Так, да. Да. А это папе опять. Да. Все дальше. Все. 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 А, вот это маме достань. Да, вот это. Вот это маме дай. У нас такой же есть. Маме. Деди. Дед, да. Это дед будет лопать маму колотить. У нас есть такой же. Ну, ничего. Не скиснет. На всякий случай вдруг не было, да? Да. Он зашнуровывать их не умеет. Ну, давай рассказывай. Рассказывай. Что там? Кто это? Мими. Мимишки. Мимишки. Дед купил. А ну, на, баба. Ну-ка иди, деда, посмотри хоть на книжечку. Давай посмотрим. Че, дед купил, кто? Да? Да. Да, специально на почту ездил, на почте увидел. Краски уже. Покажи эту. Ну давай, давай. Лицевую. Потом, потом. Потом выбросим. Ну-ка давай, Миша. Лицевую покажи сначала, красивая. Вот. Кеша. Это Кеша? Во! Большой? Подожди, где тут яйцо? А это тыква. А Кирилл, а еще давай, листай книжечку. Давай еще листай. Это который ты в духовке делал? Да, да. Ну-ка, давай. Потом, да. Потом. Ну-ка, давай, давай, листай. Листай. Потом, потом, давай, уберем это. Сначала покушаешь, потом. Переворачивай, давай, что там еще у нас? Ну, давай, листай, листай. Переворачивай. Что там за рисунок? Ну-ка, давай еще. Так, где? Ух ты! Лисичка. Вот лисичка. А это кто? Медвежонок. Медвежонок. Кеша. Так, еще давай посмотрим. Ух ты! Тут один Кеша, по-моему. Подожди, подожди. Еще, наверное, тут... Кто-то давно выкинул или уже все. Не, вот, тут еще что-то. Да. Вот. Чем? Будешь рисовать? Да, разукрашивать. Девочки, мама не может приехать без презентов и подарочков. Как вам кофточка моя новая? Прям вообще к телу приятная просто. Очень. Почему я работаю в медицине, что нельзя вот так оделась и пошла красиво? Нет, вот. Надо именно переодеваться. Мне прям очень нравится. Вам как пишите. Следующий вариант. Такую длину я люблю. Чтобы попу прикрывала немножко. Единственное, конечно, что она серая, но интересная. Может, цвета, конечно, будет маловато. Но мне так очень нравится. Как вам модель? Светло-голубенькая. Ну, это такой более летний вариант, да, мам? Ну, можно сейчас под одежду одевать. Пуховики все теплые. Что? Красиво, да? Круто. Круто. У мамы была, по-моему, конкретная ревизия. Конкретная. Да? Да. Там хоть по свету нормально, правильно передает? Длина прям, я люблю такую. Правильно, конечно. Ну, проводи, иди, иди. Я что, против? И еще один. Крайний раз. Ой, крайняя кофта, не последняя, а крайняя. Да-да. Ну все, мне все нравится. Я очень рада. Ням-ням-ням. А где пульку? Покажи пульку. Ему еще. И он как в садике.
И воспитательница сказала, он в садике любит одну машинку, вот такую, ну, которая толкается, белую. Если кто-то ее занимает или пытается взять, он не дает, начинает пинать, толкать, кричать, короче, дерется. Короче, моя машина. А ты деду показывал, что ты в мотоцикле водишь? Что у тебя там есть? Что там у тебя? Покажи, мама, деду. Подожди. Ого! А что это? Это там? От киндеров. Ого!